В Ашане началась ярмарка, посвященная сентябрю, ну то есть 1 сентябрю. Но наш ребенок пойдет только на следующий год, а в этом году решили приобрести ей такой маленький, но полезный подарок. Машинка, которая ездит, и точилка. Два в одном. Пусть ребенок играется, развивается и сама точит карандаши. Я думаю, ей будет приятно. Сзади есть небольшой контейнер, в который падают очистки от карандаша. Здесь есть все по-русски, кстати. Здесь есть небольшой мануал о том, как правильно заточить карандаш. Заточить карандаш можно в двух режимах. То есть, либо слишком острый сделать, либо перевести в такой 8-миллиметровый карандаш с небольшим стержнем, сильно заостренным, либо же с обычным. Ну, а теперь потестим, как он затачивает карандаши, как это работает. Ну и в качестве примера возьмем леруашный карандашик, который точился топором, наверное. Просто его туда засовываем по максимуму. Ну и начинаем точить. Делаем несколько оборотов. Нажимаем на кнопочку, вытаскиваем. Это острый край получился. Вторая степень заточки будет с этой стороны. Крутится довольно-таки легко, механика легкая. Ребенок с этой механикой быстро справится. Ну и второй тип заточки у нас супер острый. Так, переводим во второе положение и начинаем точить. Все. Вот такой вот карандашик у нас получился. Так что если вашему ребенку от 4 и больше лет, не поленитесь, купите. Довольно-таки прикольная игрушка. И ребенку будет интересно самому точить карандаши. Причем еще можно использовать стружку для разных поделок. Стружка получается мелкая-мелкая. Для разных поделок садик, я думаю, самое то. И еще чуть не забыл. Такие точилки-машинки есть в красном цвете в Ашане и в голубом таком синем для мальчиков. Вот. Также есть домики. У них принцип заточки немного другой. Но фирма, которая делает точилки, та же самая. В общем, кому было интересно, подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Всем пока!